Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары в телеграм-канале сообщает о том, что в Самаре в новогодние праздники отдохнут ребята из города Снежное. 50 юных снежнянцев отправились в шеф-регион до конца каникул. Их ждет насыщенная программа с посещением различных культурных мероприятий и экскурсий. Организаторы запланировали визиты в музеи и учреждения культуры. Также дети побывают в самарском цирке. Администрация Самарского района напоминает о том, что в России началась активная подготовка к выборам президента, которые пройдут в марте 2024 года. Проведение выборов невозможно без избирательной комиссии. О том, как они формируются, можно узнать, посмотрев карточки. Избирательные комиссии – это независимые коллегиальные органы, которые организуют подготовку и проведение выборов. В состав избирательных комиссий выдвигают партии, общественные объединения, собрания избирателей по месту жительства, работы и учебы. Главные принципы – открытость и объективность. Администрация промышленного района напоминает, почему важно регулярно проходить диспансеризацию. Многие из нас часто откладывают визит к врачу, игнорируя профилактические осмотры и считая, что времени на прохождение диспансеризации нет. Однако стоит помнить, что своевременное выявление заболеваний способно предотвратить развитие серьезных патологий и сохранить здоровье на долгие годы. Диспансеризация – это комплекс мероприятий, направленных на профилактику и выявление заболеваний на ранних этапах их развития. Зачастую многие патологии не проявляются на первых этапах в виде видимых симптомов. Именно в этот период лечение является наиболее эффективным. Выявить признаки заболеваний помогает диспансеризация.